12 января глава Северского района Андрей Дорошевский провел рабочее совещание в рамках объезда социальных объектов. Совместно с руководителями служб, местными специалистами и представителями подрядной организации обсудили вопрос реконструкции лицея поселка Афипский. В 2021 году началось строительство блока для начальных классов на 400 мест, однако работы ведутся с отставанием от графика. На данный момент установлено перекрытие этажей, производится кладка стен. Впереди еще большой объем работы, который подрядчику необходимо сделать как можно быстрее. Главной проблемой представители организации назвали нехватку рабочих рук. Подойдите серьезно, если до сих пор не подходили, и соберитесь с силами воли и доделайте нам этот объект в срок. Если вы его не можете доделать, так и скажите. Я его не доделываю, установлю срок. У меня нет возможностей, сил, энергии, желания и так далее. Но это будет честно.